Вот мы собрались ехать в Казахстан. Лариса вот с улицы с нашей выходила. Видите, какие завязочки. А у меня башмаки, я шел без этих. Ну, пробрался. Потому что полпути было замотано. Соскочили они, я их не стал поднимать. Ой, да они порвались. Но все равно, хоть не столько. Получше, да. Подходит наш автобус. Сейчас мы поедем. Давай, опа. Да дам деньги, зайдем в этот. О. Видишь, как мы встали. Давай, 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 заходи. О, здрасте. Нинюшки, нинюшки. Утро воскресное, никого нету. Так. Да ё-моё, укатились в самую даль. Вот так вот. Так, это нам сколько надо денег? Вот, водитель не захотел брать взятку. Честно, люди у нас. Ну, вот такой билетик. Так, возьмём. Сучек. Подержи. А где люди-то? Вот какие-то. Вот тут. С утра. Ага. Я у нас пятницу. Мне какую же надо, чтобы вот делать? А вы не подскажете, вот мы сейчас выйдем, где база выйдет, и потом нам до автовокзала на себя едет. На да. 205-й, 204-й. А 200... Построят. Вот, пересадочку сделали. Вернее, еще не сделали, вышли. Пытаемся сделать на остановку. А, доедем? Давай. Просто. Едем? Опа! Едем минут 15 с Новоалтайска. Ехали в Барнаул. Тут дорога. Окна, правда, все запотевшие. Ну, более-менее что-то видно. Такой вот китайский автобусик. Да, нормально. Ехать можно. Едем на автовокзал. Проезжаем самую известную площадь Барнаула. Это у нас площадь Октября. Готовимся к выходу. Вызвало. Ходим. Опа. Я что-то порастегнулся. Приехали мы на вокзал. Площадь Октября. Ой, площадь Октября. Площадь Победы называется. Давай. Лужи стоят. Сегодня ночью дождик был. Да. А мы еще не рассказали. Где? Почему мы поехали-то на перекладных автобусах? Почему? Потому что мы экономим. Ну да, экономим денежки. Потому что дорого. Потому что мы узнали, такси стоит 500 рублей. Плюс за два багажа еще возьмут. По 50, как в прошлый раз нас. Яндекс такси 500 рублей, да. А на автобусе нам обошлось 18,36 и 52. Это что получается? 88, да? 88 рублей. Ну да, 88 и 600, например. Значительно отличаются. Все экономим. Вот сам автовокзал. Таксюры. Для нее звонит 6-9-100.
Ну, неудобство, конечно, то, что тащите. Мы заморали. Подожди, стой. Там ее ноги бы и так заморали. Только если бы только к нашим этим воротам подъехал. Заходим в автовокзал. Здесь вот рамочки такие сейчас будут. Давайте 2,5. Имплант плюс коронка всего за 29 900. Улица Советская, 6, 42. Телефон 573 773. Так, куда, давай мы тогда присядем. Ну, давай. Лариса идет в магазин. Что купила? Сейчас расскажу. Я сначала хотела сказать, блин, как нам сказочно повезло. Видишь, пошел. Видел. Как ливанул. Дорожку нам купила, сумку целую жертвы. А? Да рассказываю, что ты в дорогу купила, сумку целую. Рассказывай, что купила. Хлеб. Вот смотрите. Молоко. Два яблока. Печеньки. Короче, салфетки. Короче, в дороге не помрем. И у меня еще есть там 3 котлетки и плов. Вау. 3 котлетки, это мне нравится. Так, вот само место, где мы находимся. Зал ожидания, видимо. Так. Решили сходить кофе попить на автовокзале. 10. Вот, Мишку поставим. Короче, ставь. Подожди. Сюда, ставь. Ну, он там сейчас возьмет, Лариса, чего-нибудь. Лариса стоит в очереди. Очередь тут один человек. Но, тем не менее. Сейчас возьмет что-нибудь там. Я тут сумки как бы стерегу и жду, когда сейчас Лариса подойдет. Мне, скорее всего, кофе взяла. Вот глухонемые продают иконки, как обычно, на вокзалах. Так, что купила, говори. Тебе черный кофе без сахара, мне. Почем? Почем кофе? Ну, отдала всего сколько? За кофе, за чай, за... За эту всю... 57 рублей, без сахара. 57 рублей, вот кофе. Вот давай это что такое? Круассан, да? Или что это? Нет, это мне кулебяка с капустой. Кулебяка. Что ты мне еще дашь? Молока налить тебе? А, ну да. Черный налей. Кофе. У нас молоко свое запасено. Смотри, не налей на сумку-то. Так, давай. Оп-оп, и не бежит. Хорошо. Наверное, не открыла что-то. Что-то пошло не так. Тык-тык-тык, хорош. Ага. Спасибочки. А то у меня, я сегодня после дежурства, у меня башка раскалывается. Попью кофе. Конечно. О, завтрак. Королевский завтрак. Ты же завтракал дома. Ну ладно, тогда это обед. Нет, это у тебя так. Тебе... это не обед. Перекус. Включаю. Давай. Это вот Лариса, оказывается, себе завтрак купила. Вкусно? Не, не очень. Еще не распробовала. А мне вкусно. В воскресенье утром особо народу-то нету здесь, вот, посмотрите. Вот. Ну так, ну что, кафешка? А вот этот товарищ сидел рядом со мной, бухой, дрысь. За метр, наверное, воняет. Ну, всякое бывает, воскресенье утро. Как всегда, я кофе выпил вперед, и Лариса поделилась своим чаем. Спасибо тебе, милая. Она всегда со мной делится. Не говори, я и то себе половинку налила. Ну,
Правда, горячо. Как буду пить, не знаю. Мы и покушали. Сейчас пойдем на перрон. Идем на автовокзал. На перрон. Такая панорама этого вокзала. Это перрон, платформы посадочные. У нас 7-я платформа. Отправляется рейс Барнаул-Каменка. Время отправления 10:45. Вот так отправляются автобусы. Пытаюсь промыть свои башмачки, потому что грязь на улице была страшная. Пока мы шли по нашей улице. Лариса тоже чистит. Вот наш автобус Барнаул-Семипалатинск. Российские номера, кстати. Golden Dragon. Золотой дракон. Во как. И на золотом драконе поедем. Рот. Успокойся ты, поставь сюда, еще не. А вон открыли. Отделение багажное. Покажи, что у вас. Юра, это есть такие бирки наклеиваем, мы ставим. Оплачиваем вас? Нет. А почему? Давайте верить. Доставайте ее обратно. Достаньте. Вот. Сколько должно быть? Да, давайте. Но грязь ты не пускай. Сколько должно быть размер? Говорите. Можно с карманчиков внутрь и выше является багаж. Угу. Все, стойте спокойно. Все спокойно? Нет, не шевелите. Все, нормально? 120 и выше является багаж. 120 нормально? 120 и выше. Женщина, не спорьте, там карманы пустые. Написано 120 включительно. 120. Не надо спорить. На, подержи эту сумочку. Отсылаются с утра пораньше. Так, билет у тебя. Если поставите, надо мне оплачивали. Там ничего такого. Я замеряла, но карманов ничего нет. Тихо. Ну, билет. Два билета. Ну, ладно, паспорт там, тоже проверяется? Ходите на границу. Проверяйте. 7-8. Где? Я не знаю, где. 7-8. Вот они. Вот они. Идемся. Ой, а что это? Ну давай. Опа! Малыш. Ну ничего, автобус. А что он падает? Интересно. Какой автобус. Идите. Вот так вот считается багаж свыше 120. У нас ровно 120. Три измерения. Вид из окна. Из нашего окна. Площадь красная видна.
Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск.